А перед тем, как мы начнем, я хочу сделать маленькое объявление. Мой аккаунт Снежана Снежок не работает по техническим причинам. Поэтому я буду загружать видео на свой второй аккаунт Снежок and Мама. Так что подписывайтесь, я буду очень рада. Всем привет! С вами Снежана. И вы на канале Снежана Снежок. И вы уже, наверное, видели у многих лайкеров и тиктокеров, что они снимают видео, что у них вот тут рядом низко пролетает самолет. И не надо никуда идти, можно просто выйти на улицу и смонтировать это видео. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать такой эффект. Лучше посмотрите мой пример. Понадобится обычная камера и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайки и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Включим камеру и снимем видео так, чтобы было хорошо видно небо. Можно снять видео с любыми движениями. Я сделаю стойку на руках. Можно снять несколько дублей, чтобы выбрать хороший. Вот и все, а теперь можно приступать к монтажу. А футаж самолета я добавлю в это видео. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все, и ищем наше видео. Вот оно у нас, нажимаем на него. А теперь обрезаем лишние части, в начале и в конце. А теперь разрежем те кусочки, там, где мы должны замедлить. Вот и все, я разрезала в тех местах, там, где я хочу сделать слоу-мо. Нажимаю на скорость и ставлю на 0.5x. Так проделываем с каждым кусочком, где вы хотите, чтобы было слоу-мо. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто! А теперь можно добавить самолет. Нажимаем слой, мультмедиа, все. И берем наш самолет на хромакее. Увеличиваем или уменьшаем и подставляем на небо. Теперь нажимаем цветовой ключ, включаем и ползунками подстраиваем. Передвинем слой в нужное нам место. Thank you.
После того, как вы все отредактируете, можно сохранять. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить» и подождем, пока наше видео сохранится. Вот и все, наше видео сохранилось! Вау! У тебя получилось очень круто! Продолжай в том же духе! От меня лайкосик! И смотрим видео второго лайкера! Вау! У тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня огромный лайк! На этом все! Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео, а когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну! Всех люблю! Пока-пока!